Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Второй день, поросятки у нас чувствуют себя замечательно. Свинка уже поела, вот ей второй раз уже корм насыпаем. Все, пока все отлично. Как видите, поросятки определились, по сиськам разобрались. Мама их он гладит ногой. О, дрыщит. Ну. О, хорошо. В общем, опорос прошел успешно, все было классно, свинка поела, никаких осложнений нет. Второй день поросятки полностью, он веселый, здоровый, бегают. Как видите, в загоне чистота, сухо, тепло, все отлично. А самое главное, что меня порадовало, она уже покушала сегодня ночью. И утром, это вечер второго дня получается, где-то часов 5. В общем, все классно, все замечательно. Свинка он балдеет, наверное, ей нравится. Не знаю, как ей, поросяткам точно нравится. Ну, все отлично. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, пусть поросятки у вас никогда не болеют. Свинки легко поросятся. И заработок будет всегда исчисляться только в долларах. Причем в сотнях долларов. В общем, всего хорошего.